Привет, друзья! Время 9 утра. Мы не прошел месяц, как мы опять собираемся в Мармарис. Буквально через 10 минут мы выезжаем в аэропорт. У нас 13:40 вылет. Надеюсь, не задержит. Так что хорошего нам отдыха. Мы в аэропорте в Курумыче, прошли регистрацию, едем дальше. Все, ребята, скоро садимся уже. Вот мы идем по рукаву, ребята. Все разрисовано в футбольной тематике. Браслеты у нас уже на руках. Так что будем считать это хорошим знаком. Hello. Вот самолет уже сидит. Для кого-то, если интересно, вот так вот выглядит самолет. Туалет самолета изнутри. Салфеточки. Умывальник, мыло. Сам туалет. Уже летим час. Через 2,5 часа будем уже садиться. Так, вот мы прилетели в аэропорт Даламан. Нам еще 2 часа на автобусе до наших отелей. И погода пока что достаточно сомнительная. Я думаю, за 14 дней, конечно, наладится все. Ребята, посмотрите, какая погода чудесная нас встречает. На самом деле неплохо, потому что в любом случае у нас есть 2 недели впереди, чтобы просто замечательно отдохнуть. Поэтому небольшие вот эти осадки, они нам никак вообще не помешают. С учетом того, что мы завтра собираемся взять массаж. Вот. И ладно, садимся в автобус. Вот мы на нем катались. Я катался. Катались. А где тут клуб арена? Фух, народ, вот мы и приехали. В принципе, по первому впечатлению, неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Мы тут полюбили одно очень интересное шоу. Тут постоянно какие-то состязания, ребят. Просто очень прикольный канал такой. Вот. Комната наша выглядит вот так. Одна двухспалка, другая еще для кого-то непонятно. А вот вид. В принципе, достаточно уютненько. Для 4-звездочного отеля. Прям под нами столовая. Вот тут у соседей у наших балкона. В отличие от нашего, конечно, получше. Но мы завтра постараемся поменять номер. Нам сказали подойти попозже.
Если освободятся, то, возможно, мы решим этот вопрос. Вон мечеть сразу, издалека, прямо отсюда. Так что нас по утрам, походу, будут будить. Но я думаю, ничего страшного. Так, ребята, всем привет! Сегодня наш второй день уже. Хочу сразу сказать, что сегодня 20-какое-то там июня. То есть, получается, самый разгар сезона. И я ожидал то, что в сезон будет очень много туристов здесь и вообще будет не пройти. В общем, что меня дико поразило, то что, в принципе, на улицах людей намного меньше, процентов на 40, на 30 меньше, чем когда мы ездили месяц назад, то есть это был май, да? Я в шоке просто. То есть цены на отели задрали, получается, да? И народу почему-то стало меньше. Кого-то, наверное, все-таки это отпугнуло, однозначно. Вот, отель нам достался не на первой береговой, достаточно далеко от моря. Нас, в принципе, это не напрягает, потому что мы любим пешочком ходить, нам примерно 15 минут идти. Вот, и отель у нас довольно-таки неплохой. Ценники, в принципе, если кушать не в отеле, примерно такие же сохранились. Вот. В принципе, все то же самое, только вот говорю, меньше стало народу. И контингент стал такой, немножко поменялся. Если в мае в начале было больше молодежи, то сейчас однозначно где-то 40-45 плюс вот такой вот контингент. То есть молодежи мало. Если она есть, то в основном в недорогих отелях, где-то там 3-4 звезды максимум. А вот мы заходили в пятерку в отеле Ideal Prime Beach, и в принципе там настолько скучно было по сравнению с маем. Вот, нас это немножко расстроило, потому что мы изначально хотели туда поехать. Вот, но, к счастью, мы туда не поехали и правильно сделали, потому что ценник на двоих там был в сезон на 14 дней 178 где-то тысяч. Получается, достаточно дорого. Вот, но вот, к счастью, мы в другом отеле. И у нас достаточно весело, потому что отель немного подешевле, ну, относительно подешевле. Вот, и у нас очень-очень много молодежи, и аниматоры все подстраиваются больше под молодежь, то есть музыка нормально играет, всякие мероприятия проводятся интересные там. Ну и, в принципе, веселее как-то. Так что будем смотреть, что дальше у нас. Так, кому интересно, сейчас покажу, как выглядит номер у нас в отеле и, собственно, вид из этого номера. Ну, ничего обычного, обычная двухспальная кровать. Не совсем заправленная, потому что здесь кто-то уже валялся, может, даже я. Телевизор, небольшое зеркало, санузел. Так, свет не включается. Почему? Потому что нужно вставлять карточку вот эту сюда. Только потом все будет работать. И еще и другой стороной. О! Не о? Нет, о. Все работает. Чудесно. Вот как так. То есть душевая кабина, туалет, мусорка, раковина, зеркало, фен. На этом все. Сейчас покажу видок, значит, отсюда, с балкона. Тут. Так все это выглядит. Кому-то достается с балконом, кому-то без балкона. Нам достался вот с балконом. Все готовятся уже к ужину. Но вид, ребят, потрясающий, согласитесь. Просто. Очень крутой. Даже несмотря на то, что это не первая береговая. Так что, ребята, приезжайте в Мармарис. По-любому, если кто-то не был,
Я думаю, вам также понравится. Надеюсь, что вам также понравится здесь, как нравится мне. Потому что есть уже третий раз. Первый раз мы приехали в октябре того года. Потом были месяц назад, и сейчас вот опять вернулись. И планируем, в принципе, еще приехать, наверное, где-то в сентябре, в конце сентября, в начале октября, когда уже будет не такой, ну, когда уже будет конец сезона, будет немножко подешевле здесь. И мы хотим прям надолго поехать, где-то на месяц. Вот, надеюсь, все получится. Вот я уже даже видно здесь, наверное, обгорел, хотя на пляже толком были только сегодня. От очков даже вон след остался. I'm shooting a video for my vlog. Yeah. We met beautiful, friendly people from Ireland, from England. Woo! Yeah, Johnny. We're going to arena. We're going to Las Vegas. Las Vegas, yeah, exactly. We're going to Las Vegas, Turkey. We're going to Nevada, Turkey. Вот так вот, ребята, в Армейсе вечерами. Видео! Вот так вот, друзья, здесь очень весело. На парк-стрит мы сейчас. Вот, девушки волосы. Познакомились мы с классной парочкой. Ребята из Ирландии, я уже как говорил, да? Очень весело, сейчас направляемся в клуб-арену. Так что, надеюсь, нам будет весело. So do this. Try to hit. What is this? You? Bulla. Yes. Yeah. Wow. Here we go. 600. Whoa. 7. 7. 75. Go. Так вот на бар-стрит, ребят. Все в барах везде. И в лодках. Очень красиво. К сожалению, темно, и на камере не особо это понятно и видно. Но это так. You guys are so fucking crazy. You know what I'm saying? Happy Irlandy!
It's ready, it's ready. Just hold it. Thank you so much. My hand is ready. Alia. Shut up, Chen. Are you ready? Ready? Light lemon. Light lemon. First of all, lemon. Lemon. Lick salt. Вот так выглядит пляж и утро в Мармарисе. Время где-то 10:30 утра. Просто посмотрите, как кайфуют здесь коты, ребят. Просто кайфуют. Вот мы здесь были 2 дня назад, и он в том же положении лежит. У него тут друзья еще есть. Просто под таким навесом. Сейчас мы находимся в Эчмелере. Пришли сюда покупаться, взяли водичку и персики. Пришли сюда из Мармариса, потому что здесь вода почище все-таки. Такая мини-Венеция. Отели здесь, конечно, все старенькие. И не слишком они похожи на Первую береговую. Очень хорошая погода, очень жарко. Песок. Эчмелере вот такой вот, я не знаю, что это. Какие-то маленькие камушки. Но ходить по ним очень даже приятно. Но очень-очень горячо. Вода, в принципе, чистенькая. Температуру воды не могу сказать, где-то, наверное, градусов 25, может быть. О, немножко ветерок поднялся. Так, сейчас попробуем погрузиться. Там слышно что-то будет интересно? Громче говори просто. Ага. Что-то выключилось. Когда так заплываешь подальше, сразу вспоминается какой-то фильм, где кучка туристов попадает в какие-то нелепые ситуации. Где-то там акулы жрают или еще что-то такое. Надеюсь, все будет в порядочке. Ребята, мы сейчас находимся в самом просто пекле, в самой жаре. Сейчас, мне кажется, по градусам, наверное, ну 35 в тени точно есть. Вот. Так что самый лучший способ от жажды — это прям, знаете, вот такую маленькую бутылочку до минералки. Просто, я не знаю, вот ее прям ставишь на солнце. Это просто непередаваемое ощущение. Серьезно.
Турции так радуются фанаты. Фанаты из Англии. Англичане забили гол. Hey, this how we ride. Загар и обгар сразу все в одном. Прошло где-то уже 7 дней с момента, как мы приехали. Мы встретили очень-очень много хороших людей, на самом деле, с разных вообще городов, стран. В основное время свое проводили с ирландцами, с англичанами. Это просто было такое безумие. Если кто-то думает, что русские пьют много, нет, ребяточки, нет. Много пьют ирландцы, очень-очень много. Вот, и нам было нереально весело. Хочу сказать такую вещь, уже, ну, не касаемая людей, да? То, что вот по поводу нашего отеля, у нас он находится далеко, очень далеко, где-то порядка 30 минут пешком от пляжа. То есть в сторону вообще противоположную от пляжа. Вот, и... У нас в отеле настолько круто, настолько там такая домашняя, классная атмосфера. Домашняя не в плане, что там лобода целыми днями поет, а в плане, что нет негатива какого-то, да? То есть, не знаю, я был много каких отелей, как бы есть с чем сравнить. И вот хочу сказать то, что вот в этом отеле конкретно очень и очень круто. Это Club Viva Hotel. Так что, если кто-то хочет приехать и кайфануть, кому не особо важно, что пляж находится далековато, я бы посоветовал туда, потому что, блин, это просто цена-качество. Это нормально четырехзвездочный отель. Вот. Поэтому что сказать ребятам? Определяйтесь и приезжайте. И запомните, никакого негатива. Good vibes only. Увидимся. Ань, как отдыхается? Мама страшно отдыхает. Нормально?